И всем салютик, друзья, вы на канале Кексович, с вами Руди. И я хотела бы рассказать о новых бесплатных волосах, которые скоро выйдут, и мы с вами сможем их получить. Но это будет лимиточка, и копий будет 20 тысяч штук, так что шансы есть. После небольшой рекламы все расскажу, покажу. Пристань робуксов, сайт, где робуксы всегда в наличии на сайте, а курс ну очень выгодный. Прямо сейчас, покупая методом трансфер по цене 1 рубль 2 робукса, ты получишь их всего за 5 дней. А также, кто не знал, у robuxpeer.io есть свой телеграм-канал, где они постоянно устраивают розыгрыши на бесплатные робуксы для своих подписчиков. И будьте осторожны, ведь сейчас в интернете много мошенников. Именно поэтому переходите на сайт robuxpeer.io робуксов и на их телеграм-канал только по моим ссылкам, закрепленным комментарии. Покупайте выгодно и безопасно только с ними. Итак, друзья, вот эти самые волосы, посмотрите. Волосы от певицы Аш Нико. Исправьте меня, если ударение не так поставила. Очень прикольная прическа. И получать ее будем в этом ивенте Гармони Хиллз. Помните, мы здесь уже получали волосы, ребятки. И вот снова этот замечательный ивент. Надо ему лайк поставить. И мне тоже. Здесь пишет, что событие начнется с 1 сентября по 28. Будет длиться. Пока тут в описании плейса старый ивент. Событие начнется 1 сентября 6 p.m. East. По моим отчетам, это будет 2 сентября. То есть в ночь, пятницу на субботу по московскому времени. Но вот здесь можно нажать кнопочку, чтобы Roblox вас оповестил о том, что событие началось. Но это вдруг, мало ли, там что-то напутаю. Мне тут написано даже вон 2 сентября 1 а.м. суббота. В любом случае, я еще сниму про это видео, когда ивент выйдет, и расскажу, что там нужно сделать, потому что пока еще неизвестно, что нужно сделать, чтобы получить эти самые волосы. Но здесь мы можем прочитать в описании: нам нужно будет сажать деревья в саду, чтобы разблокировать эксклюзивные бесплатные предметы лимитки. То есть значит, что здесь будут не только волосы, но и еще другие предметы. Так что, друзья, нас ждет что-то очень интересное. Сейчас, если вы зайдете в плей, здесь пока об этом особо ничего не написано. Пока здесь информации про старый ивент с Биперексха. Он уже не работает. Но если мы тут немножечко пройдем, мы можем увидеть на сцене вот такой плакат. Ну и там где-то еще висит такой же огромный плакат с новым событием. Конечно, жаль, друзья, что будет всего лишь 20 тысяч копий, а желающих будет очень много. Поэтому я вам заранее предупреждаю, что будет такой ивентик, может быть, там нужно действовать сразу, что-то собирать в течение месяца. Вообще еще не знаю, информации нет. Но как только узнаю, обязательно вам об этом сообщу. Ну что ж, друзья, с вас лайкосик и подписаться с колокольчиком, кто еще не подписан. С вами была ваша Руди, канал Кексович. Всем пока-пока!